В этом видео собрано 7 самых интересных, оригинальных, новых и незамысловатых способов окрашивания яиц к светлому празднику Пасхи. О каком-то из этих способов вы точно не знали раньше. Давайте покажу. Первый способ самый простой, экологичный и безопасный. Использовать куркуму и горячую воду. 1 столовая ложка на 250 мл горячей воды. Нужно размешать порошок куркумы в горячей воде, опустить отварное яйцо и оставить его на 3-4 часа. Можно яйца красить так, оставив их на ночь в холодильнике. На утро они будут красивого, яркого, желтого цвета. Второй способ – сделать яркие двухцветные яйца. Для этого нужен уксус, горячая вода, любые красители для яиц и венчик. Аккуратно кладем яйцо в венчик и погружаем его наполовину в раствор. Держим пару минут до нужного цвета. Затем выкладываем, освобождаем яйцо из венчика, даем высохнуть окрашенной половине. После помещаем яйцо в венчик белой частью и окунаем в другой краситель. Я выбрала красивый розовый цвет. Как только яйцо окрасилось, достаем его аккуратно и даем полностью высохнуть. Вот такое красивое, яркое яйцо получилось. Третий способ – сделать яйца с узором, чтобы получить тонкую красивую сеточку. Для этого нам нужен эластичный бинт, который продается в аптеке. Помещаем отварное яйцо, очень хорошо затягиваем с двух сторон и окунаем в любой краситель. Как только яйцо высохнет, нужно снять сеточку, и мы получим такой красивый и интересный дизайн. Четвертый способ – сделать яйца с красивыми золотыми каплями. Для этого нужен пищевой краситель «Кандурин». Соединяем порошок со спиртовым раствором согласно инструкции, хорошо размешиваем и с помощью кисточки наносим на яйца. Я делаю это без перчаток, потому что кандурин отлично отмывается с рук и любой поверхности. Вот такие красивые и необычные яйца получаются в конце. Пятый способ – сделать яйца с контрастными белыми полосками. Для этого нужна изолента минимальной толщины, отварные яйца и любой пищевой краситель. Варианты дизайна могут быть разными. Можно наклеить изоленту крест-накрест на яйцо, можно наклеить по кругу, но клеить нужно обязательно внахлёст. Опустить яйца с изолентой в краситель, вынуть, как только яйца приобретут нужный оттенок. Дать высохнуть краски и аккуратно снять изоленту. Яйца будут с интересными белыми полосами по кругу. Шестой способ – сделать дорогие яйца. Яйца с позолотой. Можно делать на белых яйцах или окрашенных яйцах. Для этого нужно развести пищевой краситель «Кандурин» и нанести его кисточкой по всей поверхности яйца. Позолота эффектно выглядит на белых яйцах и разноцветных. Седьмой способ – украсить яйца переводными рисунками. Если вы хотите нанести мелкие цветы, детали, птицы или растения на яйца и создать целую картину. Переводные рисунки незаметно ложатся на скорлупу яиц и кажется, что они нанесены от руки. Переводные рисунки можно нанести на яйцо, у которого есть на скорлупе небольшой дефект или трещина. Купить переводные рисунки можно в отделе для пасхального украшения. Наносятся они очень просто, а выглядят эффектно. По ссылке в описании вы найдете 3 подарка, сезонное меню на неделю, приглашение на бесплатный вебинар, 101 карточка с рецептами для планирования меню. Загляните в описание, подарки вас ждут.